Все, запись пошла. Все. Добрый вечер, Хасай Привет, Алиев. привет, Да, привет. я уже не знаю, как говорить, да? Вот. Вот сегодня у нас такое интересное будет интервью с практикой прям. И вот по традиции я вот хотел спросить у вас, а что у вас за картина? Слушай, я специально ее поставил. Ты с самого первого раза сказал, давай традиция такая, ставь свои какие-то картины, чтобы все видели, что ты не только психолог, врач, там, философ и так далее. Но я вот, смотри, эта картина называется «Бывшие». Это очень хорошая картина, видишь, как бы одним мазком. Бывшие, что это такое? Они все уже потеряли. Они все уже потеряли, пошла перестройка, они бывшие, понимаешь? Они кто-то были, а теперь ничего нет. А может быть, это точка старта. Вот у тебя сегодня точка старта. Ты же хочешь быть миллиардером, да? Да. Ну и что тебе мешает? Я все равно что-то чувствую, что где-то что-то надо над собой проработать. Ну что тебе мешает конкретно, конкретно? Вот, Вот что ты хочешь проработать? да, я думаю, больше всего какие-то блоки, может, стереотипы какие-то или старые какие-то программы еще работают. Ну, понятно, давайте сразу к практике, чтобы мы покороче. Мы же обещали, что будем покороче. Это наш сериал будет покороче, 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 чтобы всем было интересно, правильно? Да. Да, значит, блоки, стереотипы, штампы, которые мешают тебе перейти какой-то барьер, и чтобы ты там охватила тебя уверенность, что ты можешь это сделать и заработать свои миллиарды, да? Да. Ну, прекрасно. Давай-ка сейчас, когда человек думает над какой-то проблемой, у него возникает напряжение. А мы ее сейчас, это напряжение, усилим, потому что принцип жизни такой – сжаться, распрямиться, взлететь. Значит, мы сейчас берем, напрягаемся, максимально напрягаемся, 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 напрягаемся. Давай, 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 не-не-не, по-настоящему. Потом сбрось, сбрось. Потом опять по-настоящему. Кулаки возьми вот так, напряги, шею напряги, все мышцы напряги. Так, сбрось. Я специально задаю темп такой, специальный ритм, чтобы этот ритм совпал с твоим состоянием, называется синхронизация. Давай еще раз. Напрягись, напрягись, напрягись. Вот так. А теперь потянись, а теперь потянись. И на пике напряжения, как ты утром просыпаешься, и вот так представляешь себе, какой будет у тебя день. Теперь представь свою жизнь, что ты будешь миллиардером. Миллиардером напрягись, и на кончик напряжения посади это на стул. Все, сбрось, 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 сбрось. Сбрось, еще раз давай, напрягись. Напрягись, напрягись. И когда напрягаешься, напрягаешься, в этот момент параллельно, одновременно думаешь о том, что ты уже миллиардер, что ты уже миллиардер, что ты уже миллиардер. Сбрось, сбрось. А теперь потянись еще потягушеньки, потягушеньки, потягушеньки. Так, 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 так. И опять помечтаешь, что ты уже миллиардер. Сейчас ты перейдешь в барьер. Сейчас увидишь, что с тобой будет. Все, 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 все. Теперь сделай следующее. Прием левитации. Представь себе, думай о том, что у тебя уже эти все миллиарды есть, и одновременно, параллельно думай о том, что руки расходятся. Миллиарды, миллиарды, миллиарды. Да. Только не думай ни в коем случае, как их заработать, потому что ты даешь мозгу задание, которое мозг потом, когда ты раскрепостишься, сам выдаст тебе решение. Ни в коем случае не думай о том. Внимание для всех. Не надо думать, как это сделать, потому что вы опять туда шуруп вставляете своих стереотипов, страхов, представлений, штампов. А вы думаете, пусть мозг сам выдаст решение. Вы должны освободиться от этих блоков, да? А теперь в обратную сторону руки пошли. Да, думай, думай. Теперь мечтай, что все в порядке, что уже решенный вопрос, все решенный, решенный. А чтобы он решился, вот как раз ты блок сейчас снимаешь, чтобы он решился. А ты сейчас сделай то, смотри сюда внимательно. Каталепсию, как я показывал, каталепсию, то ты делал идеомоторное движение, а теперь каталепсию. Представляй себе, что рука застывает, 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 как деревянная, деревянная. И одновременно представляй, одновременно, надо, чтобы внимание было распределено на две проблемы. Проблема, что ты будешь миллиардером, и проблема, что рука застывает. И вот это и есть как раз-таки синхронизация двух половин мозга,
желаемом тобой направлении. И потом посмотри, что с тобой сейчас случится. Вот сейчас вы увидите, что с тобой случится. Рука деревянная, 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 деревянная. Сбросил. Это каталепсия называется. То было идиомоторное всплывание рук, ключевой стресс-тест, а теперь вот это каталепсия. Да-да, а теперь смотри, сделай взгляд рассеянный, рассеянный, рассеянный. Отпусти мысленно самотек, отпусти, это называется стадия после действия. Да, так снимаются страхи, комплексы, стереотипы. Пусти мысленно самотек. Думай, о чем думается, и двигайся, как хочешь, только взгляд должен быть абсолютно рассеянный. То есть ты концентрировался, а теперь рассеял внимание. Эмоции сейчас две половины мозга расходятся, и они будут соединяться в новом направлении под задачу, которую ты себе мечтал. Да, под задачу, которую ты себе... О чем ты сейчас думаешь? Рассеяние. Громче скажи. Вообще ни о чем. Пустота, правильно, ноль – это нулевое состояние, через которое происходит перетрансформация всех твоих стереотипов, комплексов и всяких штамп. Ноль. Видишь, побудь одну-две минуты в нулевом состоянии. Потому что сейчас там происходит перетрансформация, сейчас там происходят нужные взаимосвязи. Академик Анохин говорил, что мозг способен сам создавать функциональные системы для решения задач, которые человек решает. А ты теперь освободил пространство для того, чтобы мозг создал эти функциональные системы, эти ресурсы, для решения тех задач, которые ты поставил, ты по существу сейчас довел до подсознания, до бессознательного, довел эту задачу свою. А теперь он сам, оно само, все ресурсы у тебя, это ресурсное состояние, само тебе начнет выдавать решения завтра, послезавтра, послезавтра, ты начнешь замечать. Раз ты ноль получил, поставив сначала себе цель правильным способом, через напряжение, расслабление, ноль получил, и там пошло решение задачи. И я тебя очень прошу, когда ты завтра, послезавтра будешь к нам выходить, и, пожалуйста, расскажи, как меняется твоя жизнь. Это очень интересно, как меняется твоя жизнь, какие идеи у тебя появляются. Хорошо? Давай. А теперь скажи еще раз, какое сейчас состояние? Нулевое, когда вот напрягся, прям вспотел прям. Отсюда прям. Вот это было. Необычное состояние. А сейчас какое? Вот сейчас что ты чувствуешь? Спокойствие. Ну, когда ты последний раз такое чувствовал? Другое состояние, вообще-то. Не описать это состояние. Не можешь описать это состояние? Нет, оно как... Это надо чувствовать, это, прожить этот момент. Тут какое-то иное состояние, это, да? Уверенность, вот такое, можно сказать. Уверенность, что у тебя все получится, да? Да, вот такое прям и было. Ну, ты доволен сегодняшней встречей? А что, этой уверенности не было вчера, позавчера? Она добавилась именно. Добавилась очень на порядке выше. Ну, замечательно. Замечательно. Давай мы сегодня закончим, потому что мы обещали покороче делать. Давай закончим. А вторую и третью часть, чтобы ты стал миллиардером, вторую и третью часть. Вот мы первое. Преодолели барьер. Преодолели барьер. А вторую и третью часть мы сделаем в следующих выпусках. Добро. Добро. Благодарю вас. Ну, ты доволен или нет? Да, доволен. Очень. Отлично. Интересно было. Интересно очень. Необновим такой. Ну, ты посмотришь сейчас, что будет. Давай. Да. До встречи. До встречи.